Ну что ж, всем привет, это мой новый блог, наконец-то, блог качка. Качка-блог, проще говоря. Ха-ха-ха. Ну, у нас сегодня больше, знаете, такая теория физры. Я никогда не любил этот предмет, такое, пустословие. Но, тем не менее, поговорим о онлайн-качании, как будем совмещать это в такое тяжелое время, особенно. Но для нас нет ничего тяжелого, понимаете, да? Вот, ну и, соответственно, там уже посмотрим онлайн-камеру в качалке. Ну, в зале, я думаю, установим, и будем тренироваться так. Ну, по сетке будем смотреть, показывать друг другу упражнения. Все будет отлично у нас. Ребят, я никогда не был против того, чтобы вы работали собственным весом. Но нельзя забывать и про отягощения какие-то. То есть там железки, там, ну, вы понимаете, и все прочее. Сердце, ну, без фанатизма. Просто, ребят, без балды, без фанатизма. Все как бы, да, там, с разумом делаем все. Ну и, соответственно, это в будущем вам пригодится, то есть и в бытовухе где-то там, да, там какой-то вес взять просто-напросто, там, затащить на нужный этаж, ну, прочие какие-то вещи, ну и, соответственно, да, так сказать, с женщиной своей совладать. Ну, вы понимаете, о чем я. По поводу питания, ну да, цены, конечно, кусаются еще как. Но никто не отменял обычную пищу, никто не отменял. Даже если вы будете питаться достаточно так плотно, тем не менее, ну, это неплохой заменитель, да, то есть плотное питание. Ну, я, например, вчера ноги делал, да, пока яйцо с утра не выжил себе в рот, ну, встать не мог вообще, просто в лёжку, то есть забил конкретно. Вот это важно, кстати. Не забывать распределять по дням недели какие-то определенные упражнения на ноги там в этот день, пресс желательно вообще каждый день выполнять, потому что, ну, это жизненно необходимо. Соответственно, руки, спина, да, плечи, все это совмещаем. Но руки у нас, они у нас постоянно тренируются, то есть мы вес поднимаем там для спины, для там грудь, да, все равно они у нас как-никак работают. Но тем не менее, я бы выделил на вашем месте, особенно если вы там, у вас они как-то не растут, да, один день для рук, вот. Либо наоборот, убавил бы, понимаете? Тут зависит от случая, от ситуации, как она у вас, то есть если у вас рука, как вы их чувствуете, хорошо или не очень, то есть там надо по ситуации смотреть все-таки. Руки — это само собой, оно у нас не может не быть замечено. Без этого, ну и, соответственно, не забываем о борьбе, координации, все это тоже необходимо. Находим время для того, чтобы этим всем заниматься, и можно совмещать, например, как-то, да. Танцы тоже одобряю. Динамика, все эти движения, оп-оп, там раз. То есть танцуем, танцуем, оп, все, там раз, втащил. Это все должно как бы единой системой работать, то есть такой конструкции. Танцор, боксер, качок. Я не любитель прям до фанатизма качаться, хотя люблю одержимых людей. Сам в некотором смысле таковым и являюсь, потому что именно так достигают каких-то высот, если они вам нужны, но здесь нужно видеть грань эту некую, и некоторые ее просто-напросто не видят. Вы просто сломаете этот барьер, вы перепрыгнете через этот край, силы не рассчитаете, через эту оградку, понимаете, за которой пропасть ваших лживых ожиданий. И все, прилетели. И на сегодня, я думаю, это все, потому что у меня еще гимнастика, и еще 2 раза поесть надо успеть за сегодня. Вот, 4 раза я уже. А, нет, сегодня 5. Так-то я на сушке, и поэтому немножечко график у меня поменялся. Так что все. Всем здоровиться, конечно, это главное. Ну и удачи. Думаю, пишите. Скоро, думаю, увидимся вместе. Потренимся. Пока. Какой бред вообще? Смешно.